командиров и бойцов. Симпатичных шпионок немец нам высылает. Я не шпион. Шпион туда побежал. А на рынке листовки разбрасывал. Прибольше, знаем мы вас. Стоять! Немецкая шпионка по закону военного времени приговаривается к расстрелу на месте. Стойте, подождите, стойте. Мы готовим диверсию на вагонзаводе. Что сказала? Могу все рассказать. Но говорить буду только с начальником НКВД. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.